Осенние депрессии бывают. Пытаюсь бороться либо спортом, либо делом. То есть, ну, сходишь в бассейн, поплаваешь, тебе становится легче. Когда голова занята делом, ты тоже забываешь о депрессии, о каких-то, ну, нехороших мыслях. А когда ты находишься в безделии, в бездействии, конечно, мысли тебя одолевают, и с ними довольно сложно бороться. Я ищу любого дела.